трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Сотрудников ДПС за последние годы стало меньше почти на четверть. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. С другой стороны, по его словам, автопарк страны с 2011 по 2016 годы вырос на 35%, до 52,5 миллионов машин. Сейчас на тысячу россиян приходится 300 автомобилей. Трасса 101. Министерство здравоохранения планирует изменить правила проверки водителей на состояние опьянения. Наказание за отказ от теста будет ужесточено. Медиков натолкнуло на эту мысль увеличение числа автомобилистов, отвечающих отказом на предложение дунуть в трубочку. В прошлом году их было 154 тысячи. Согласились пройти процедуру 246 тысяч человек. Трасса 101. Пора смены автомобильной резины в центральной части страны наступит не ранее середины апреля. Об этом сообщили синоптики. В течение ближайших дней, по их словам, нас ждет несколько сменяющих друг друга понижений и повышений температуры воздуха. А подходящая для переобувания среднесуточная температура – 5-7 градусов Цельсия. Трасса 101. Nissan выпустит ограниченным тиражом спецверсию кроссовера X-Trail с приставкой X-Space. В комплектацию войдет компактный квадрокоптер, который способен в автоматическом режиме следовать за машиной и осуществлять фото- и видеосъемку. Автомобиль оснащен 130-сильным дизельным двигателем объемом 1,6 литра. Среди опций – система контроля слепых зон, система кругового обзора с функцией обнаружения препятствия, функции экстренного торможения, предупреждения о выходе за пределы полосы, распознавание дорожных знаков. О стоимости новинки не упоминается. Минимальный ценник нового X-Trail в России – почти 1 миллион 300 тысяч рублей. Как избежать укачивания в автомобиле? Компания Ford опубликовала несколько советов. Вот некоторые из них. Вести машину плавно, избегая резкого разгона и торможения. Не пить кофе. Использовать подголовник или подушки, чтобы зафиксировать голову. Смотреть на дорогу, не отвлекаясь на другие внешние и внутренние детали. Наконец, коллективно, если в авто несколько человек, исполнить песню. Американцы пообещали создать такой автомобиль, в котором укачивание будет исключено. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.